При въезде в Углич с какой бы то ни было стороны, особенно по ростовской дороге, невольно бросается в глаза и останавливает наше внимание высочайшее здание, грандиозный храм с небесно-голубыми главами. Это Богоявленский женский монастырь. Он занимает почти целый квартал городской застройки между ведущими магистралями, ведущими улицами Ростовской, Февральской, бывшей Большой Богоявленской, Первомайской, бывшей Вознесенской, и 9 января, бывшей Петропавловской, в позднее время Петербургской, Петроградской улицей. В монастырский ансамбль входят 4 храма, келейные и хозяйственные корпуса, настоятельский дом, жилые дома для послушников, монастырская школа с приютом для девочек, гостиница, просфорная и даже баня. А за городом у деревни Гвоздево монастырские огороды. Вот такие обширные владения не в таком уж далеком прошлом принадлежали обители. Кто же основал это святое место? Такая легендарная версия относит его возникновение к концу 14 столетия. Якобы основательницей этого монастыря была супруга Дмитрия Ивановича Донского, дочь Дмитрия Константиновича Суздальского, великая княгиня Евдокия Константиновна. Ну, это сведения, правда, легендарные. Они как-то появились у краеведов 19 века, и трудно их чем-либо подтвердить. Другая версия приписывает основание монастыря матери царевича Дмитрия, вдовствующей царицы Марии Ногой, которая здесь проживала с царевичем Дмитрием с 1584 по 1591 год. Ну и вот якобы в то время она основала здесь монастырь, и якобы в нем же она приняла постриг после убиения царевича Дмитрия. Ну и другая версия относит его основание к самому началу 17 столетия, и якобы его основала другая Марфа. Мария Ногая была в подтверждении Марфой, а это другая Марфа, в миру Ксения Ивановна Шестова, супруга Федора Никитича Романова, а в подтверждении впоследствии патриарха Филарета, и мать первого царя из династии Романовых, вот в миру она была Ксения Ивановна Шестовой. Первоначально монастырь располагался в юго-западном углу Угличского Кремля. Был разорен во время польско-литовской интервенции. Погибли игуменья Анастасия, около 40 сестер и 200 жен и девиц, прятавшихся за стенами обители. Монастырь был восстановлен, кстати сказать, помогал ему восстанавливаться старец Мисаил. Простоял он после смуты еще около 50 лет в Кремле. И вот при последнем укреплении крепости, где-то в 1660-61 годах, от тесноты, от того, что часть построек монастыря при возведении новых крепостных стен пришлось снести, монастырь был принесен на Ростовскую дорогу, к городскому валу, на землю церкви Иоанна Милостивого. С тех пор на этом месте с середины 17 века постепенно сложился грандиозный монастырский ансамбль. Самый древний памятник обители – церковь Смоленской иконы Божьей Матери. Ее начали строить в 1689 году по заказу игумени Елены угличские мастера. Ну, строительство продолжалось достаточно долго, 11 лет. Церковь осветили только в 1700 году. Храм, имеющий трехчастное построение, состоящий из апсид алтаря, высокой храмовой части, завершенной пятиглавием. Далее после него к храму примыкает трапезная часть. Ну, а к ней уже с запада примыкает или паперть, или крыльцо, на которой ведут всходы. Над папертью, как правило, возвышалась колокольня. Ну, храм замечательный тем, что он богато декоративно украшен, что для архитектуры русской 17-го столетия характерно. И кроме того, наверное, это единственный храм в Ярославской области, где все пятиглавие покрыто изумрудной зеленой черепицей. В 70-е годы реставраторы восстановили покрытие, восстановили растесанные наличники. И сейчас храм, ну, за исключением, конечно, утра 19-го столетия, нам представляется в том виде, в котором вышел когда-то из рук угличских зодчих. Второй храм, который был построен в монастыре, церковь Федоровской иконы Божьей Матери. Он не случайно здесь возник. Мы уже говорили о том, что по одной из версий
Основательницей монастыря могла быть Ксения Ивановна Шестова, мать Михаила Федоровича Романова. Инокиня Марфа тоже в пострижении с 1601 года, вероятно. Мало того, она помогала этому монастырю восстанавливаться после польского разорения. А Федоровская икона Богоматери – это патрональная икона рода Романовых. И вот поэтому этот храм был здесь построен. Изначально он был деревянный. Ну, а в начале 19 столетия, 1818 год, 20-й, был сооружен существующий каменный Федоровский храм. Он необычен, квадрифолий, четверолистник. То есть имеет план такого цветка с четырьмя лепестками. Каждый куб в центре, и каждый завершается таким полукружием. В восточном полукружии расположен алтарь. Каждый вот этот лепесток венчается классицистическим портиком из четырех колонн. Мало того, он венчается широкими световыми фонарями. Эти фонари раскрыты внутрь, потом храм очень просторный и светлый. В 1837 году храму была пристроена колокольня. К сожалению, она была разобрана в 1930 году. Внутри храма сохранились росписи, выполненные в 1822-24 годах артелью известного провинциального живописца Епифана Медведева. Росписи, выполненные в классической манере, рассказывают о чудесах, произошедших от иконы Федоровской Божьей Матери. Поверхности стен покрыты живописной уборкой, представляющей имитацию архитектурных деталей. Около 1625 года в этот храм матерью первого русского царя Ксении Шестовой был передан в дар список иконы Федоровской Божьей Матери. Главный собор монастыря – Богоявленский. Когда-то эта земля принадлежала угличским горожанам Буториным. Настоятельница монастыря несколько раз предлагала продать землю, примыкающую к обители, но это не входило в планы Буториных. На этом месте располагался прекрасный фруктовый сад. Но через некоторое время он засох, и тогда земля перешла монастырю. Примечательные воспоминания Прасковьи Буториной. Не один раз она видела наяву, как три белых лебедя садились постоянно на одном и том же месте и подолгу не улетали. Теперь здесь три алтаря Богоявленского собора. Тогда игуменья заказала проект ведущему архитектору того времени Константину Андреевичу Тону, проектировщику и строительству храма Христа Спасителя в Москве. И аналогий вот похожих практически нет, за исключением, пожалуй, церкви Екатерины в Царском селе. Ну а вот этот вот храм построен в таком четко выдержанном русско-византийском стиле. Строительство длилось 10 лет, до 1853 года. Большой объем работ выполняли сами сестры. Они заготавливали глину, делали и обжигали кирпичи. Расписан был храм угличскими живописцами Буренинами. Сохранились росписи в традициях позднего академического стиля. В 1989 году начались работы по спасению памятника, много лет служившего не по назначению. Во время реставрации монастыря здесь имели место некоторые находки интересные, которые были связаны с его историей. Вот когда-то между апсидой монастыря и келейным корпусом вдоль Ростовской улицы здесь стояли такие дощатые сараи, которыми пользовались местные жители, жившие в комнатах келейного корпуса. И в мусоре под этими сараями мы обнаружили две могилы. Игумени Еликониды, памятник небольшой, гранитный, черный, настоятельница монастыря, которая и строила этот собор Богоявленский. И предпоследней настоятельницей монастыря, умершей в 1916 году, игумени Иннокентии. Здесь есть еще одна могила. Вот с левой стороны паперти от входа в собор, там заметны своды склепа. Там похоронены вкладчик ктиторы этого монастыря, купцы Пивоваровы. И их родственница Глазкова. Они много помогали монастырю, делали сюда большие вклады. Рядом с монастырем расположено известное всем угличанам здание желтого цвета. Оно отдельно воспринимается в городской застройке, но на самом деле это здание, которое входило в ансамбль монастыря, потому что сюда
к улице Первомайской, бывшей Вознесенской, когда выходил такой анклав монастыря, его территория. Здесь был еще один пруд. И угловая часть этого здания – это не что иное, как остатки храма, иконы Богоматери достойной есть, построенного в 1888 году. Ну, по своей архитектуре он напоминал Богоявленский собор, только в миниатюре. Именно в одной из этих келий когда-то жила поэтесса Ольга Бергольц. В 50-е годы 20 века здание было перестроено, но в настоящее время уже начались восстановительные работы, и есть надежда с Божьей помощью, что когда-то возродится и четвертый храм Богоявленского женского монастыря.